На данном деле используются неуправляемые реактивные снаряды калибром 220 мм. Позволяют поражать живую силу и легкобронированные цели противника на расстоянии от 600 до 6000 метров. Создают «Санцепёк» в Омске, в сибирском филиале знаменитого «Уралвагонзавода». От танка «Санцепёку» досталась мощность, скорость и броня. Только вместо башни – так называемая «качалка» – платформа пусковой установки со снарядами. Здесь же, на полигоне Омского завода, «Санцепёк» устраивает испытания на проходимость. И неважно, какая погода за бортом, в любое время года он должен подобраться к цели и выстрелить. Море огня, дыма и грохота. Хочется узнать, что же происходит в тот момент, когда снаряд долетает до цели. Понятно, что находиться в зоне обстрела «Санцепёка» — верная и мгновенная смерть.